Привет, любители игрушки Sims 4, да и вообще любых Симсов. Что-то у меня сегодня появилось настроение записать еще один ролик по Симсам, тем более вы в каждом роликом, в каждых комментариях просите: запиши Симсов, хотим еще Симсов, хотим знать, что дальше. И я вот думала, чтобы вам показать в этом ролике, и у меня появилось две идеи, точнее, вы мне их подсказали. Ну, во-первых, первую идею — я хочу достроить все-таки наш дом, потому что как-то, ну, как вы видите, он у нас еще не закончен. Мы смогли в прошлой серии только основную часть построить, это кухню, душ, туалет, гостиную и, по-моему, детскую верхнюю часть. Я уже не помню, что мы там построили. Ну и, понятное дело, спальню. Теперь нам осталось с вами сделать этот камин тут. О, какой камин? Кабинет поставить. Хотя вот я проспойлерила вам, я хочу здесь каминчик поставить. И нужно нам с вами заняться спортзалом. У нас тут будет маленький спортзал. А еще, конечно же, я хочу закончить быстренько вот эту часть. Ну, в смысле, внутренний дворик, вот эту часть. Да, поэтому, ребятушки, я предлагаю сейчас наших симов положить спать. У нас, как я помню, Олеж должен был вернуться с работы. Что-то у нас девочка-троечница, а мальчик? И мальчик-троечник. Что ты делаешь, девочка? Девочка делает что-то непонятное. Так, а что, смотрите, станьте... А, пока мы не можем стать владельцами. Так, папка, ты вернулся, да? Ты уже вернулся. И давайте узнаем, что нужно папке делать, чтобы он у нас развивался. Примите активное участие в рабочем дне детектива. Ну, один раз мы это уже сделали. Мне кажется, что раз он у нас детектив... Ты кто такая? Прийти в гости? Ну, хорошо, приходи уж, ладно. Хочет зайти Мария Шилова, хочет зайти. Приходи, ладно. А где Дашулька у нас работает еще, что ли, да? На работе. А что у тебя по показателям? Ты голодная. Ну, хорошо, приди покушай, пожалуйста. Открыть? Нет, ты открыть у нас, получается, не можешь. Значит, ты себе приготовь поужинать. Поужинай, пожалуйста, садовым салатом. И давайте, у нас сейчас будет ночь. И мы как раз, пока наши все ребята будут спать, мы сможем с вами заняться тут постройками. Чтобы они нам не мешали. Давайте поговорим, польстим ей. Классно, мы стоим здесь, она стоит тут. Сделай комплимент, короче, пообщайся, мадам. Пусть у нас будет больше друзей. Расслабиться в сауне? У тебя нет сауны, а я тебя не отправлю сейчас в сауну. Обсудить мир во всем мире. Да, пообщайся с ней. Все, ты ушла бегать? Ну хорошо. Слушайте, давайте Олежу отправим бегать. Пусть он у нас покушает. Покушай, пожалуйста. Открой, еще у нас есть в холодильнике. У нас жареная тиляпия. Ну, возьми порцию. Так, что у нас? Я пока на работе. Я на работе. Так, а где у нас сынулька? Сынулька у нас какие-то чем-то плохим, да, занимаешься, нет? А сайты безопасные для детей. Давайте девочка у нас займется чем-то полезным. Упражняться в наборе текста, купить лекарства. Ну, давай, упражняйся в наборе текста. А как тебе делать домашнее задание? Или вы автоматом как-то это делаете? Ладно. Давайте у нас тогда и мальчик займется набором текста. Так. Общаться на детском форуме, смотреть смешные видео. Давай, тоже займись. Дашулька у нас, да, вернулась? Да. Здравствуй. Так. Готовь кушать. Она в халате это так забавно делает. Помидоры нарезала. Чудесно. Дашуля, давай вот без этого. Я помню, когда-то я снимала, фотографировала в ресторане, и один парнишка решил пожонглировать бутылками. Больше он после этого не жонглировал. А чего Олежа пересел? Его раздражает компания этой мадамы? Мне кажется, пора с тобой попрощаться. Так, попросить уйти. Давайте попросим ее уйти. Удачи. Так, Олежке надо, смотрите, у него досуг падает, ему надо пойти в туалет. И пусть, наверное, посмотрит, отключивая... Хотя, ладно, пусть музыка играет, просмотр каналов. А Дашульке, кстати, тоже надо будет в туалет. А где Олежа? Олежа никак не может попрощаться с ней, да? Так. Ты счастливый, слава богу. Так, тебе проблемы с естественной нуждой, да? Иди наверх, иди тогда в верхний туалет. Слушайте, а мне лично нравится наш дом. По-моему, мы его, конечно, с вами еще обустроим. Я думаю, мы это сделаем вот сейчас, действительно, положим их спать, уже у нас ночь. Ребятки, а что у вас? Общение, да?
падает. Ну хорошо, давайте вы сейчас пообщаетесь, тут поиграетесь. Узнать другие варианты, веселые действия. А вы поиграть можете вообще? Добавить группу? Нет. Поговорить об игрушках. Давайте поговорить об игрушках. А, они сидят, общаются. Хорошо. Так, ты уже спать хочешь, да, Дашуль? 9 вечера, 10 уже почти. Что у нас там с Олежей? Олежа тоже спать хочет. Ладно, идите спать. Хоть еще и рано, но... Детям тоже пора уже спать. То негоже так поздно ложиться. Ты ложись спать, и ты ложись спать. Все. Спокойной ночи вам. Хватит сидеть за компьютером, зрение посадишь. Ну это нам так всегда говорили. Так, ребятки, они у нас отправились спать, и я думаю, самое время отправиться на то, чтобы облагородить наш дом. То есть, ну, повесить какие-нибудь картины, заполнить эти две комнаты и немножко заняться быстренько садом. А потом я хочу вам показать вторую часть, которую вы мне опять-таки предложили в комментариях. Поэтому предлагаю приступать к постройке.
Ну, друзья, что скажете? Я решила сделать немножко такой вот небольшой, я даже не знаю, террасу, что ли, на которой я, наверное, еще поставлю какие-нибудь парочку кресел, может быть, стульчик. Ну, пока что она будет такая. Честно говоря, уже заигрались мы с вами в Симсов. И я достроила, получается, здесь небольшой у нас спортзал, здесь небольшой у нас холл такой получился. Так, а наверху... А что Лежа делает? Лежа, я же тебе сказала идти спать. Понятно. Я ему сказала, а он спать не пошел. Странно, я даже его не заметила, когда мы строили. Так, что я еще добавила? Здесь я решила два кресла поставить. И здесь в детской я положила пару игрушек. И решила... Стоп, куда это у нас скорость прыгнула? И поставить небольшой такой диванчик на улице. Ну, на внутренний дворик, который выходил. Так, и теперь предлагаю посмотреть внутренний дворик. Так, кстати, ребята, подождите, мы забыли в бассейне свет добавить. Где у нас тут свет? Мне очень нравятся вот эти лучи света. Хоп. Они хоть что-то освещают? У меня такой вопрос. Или они чисто... Понятно, они, походу, чисто декоративные. А если мы добавим вот эти боковые? Ну, смотрите, они хоть что-то освещают. Так, как-нибудь рандомненько сейчас их добавим. Нам же главное, чтобы они освещали. Вот так. Давайте сделаем. Потом на этой грани... Хотя нет, стоп. Давайте вот эту... Ну, куда ты пропал? Вот давайте сюда. 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 И где-то вот здесь. Отлично. В общем, получился у нас вот такой вот вариант. Я решила сделать такой необычный бассейн. И в центре его я решила разместить такой маленький, скажем так, оазис. Я раньше, когда играла в третьих и во вторых Симсах, я любила именно в центре делать какие-нибудь там, чуть ли не даже домики строить. Я помню, я даже пыталась построить дом на воде. Довольно забавная штука. Также я поставила у нас здесь джакузи. О, цвет освещения можно выбрать. Ну, давайте пусть будет такой... Ага, мы нажимаем, и он у нас меняется, да? Ого. Слушайте, красиво как, да? Я хочу цвет вот такой, лайма. Так, ну и здесь, как обычно, я решила поставить барбекюшницу. Кстати, мне кажется, здесь надо будет тоже какой-нибудь кустик посадить или еще что-то. Ну, пока будет так. И что, друзья, я вам хочу еще рассказать, что я хочу сделать во второй части. Что-то у нас там музыка орет. А, то, что мне посоветовали ребята. Я сейчас вам даже постараюсь объяснить. В общем, так как мы с вами живем в Willow Creek, мы можем с вами попасть в одно... Что у нас? А, час ночи. Я думаю, что у нас так светло? Мы можем с вами попробовать в одно секретное место попасть. Если у нас получится, то мы сейчас это попробуем сделать. Значит так, нам нужно взять нашего персонажа. Я бы взяла Дашульку, пока все спят. Вот видите, она уже почти выспалась. Так, высыпайся давай быстрее. Пусть она у нас поест. Иди поешь. Открыть. Возьми, съешь теляпи немножко. Потом она у нас сходит, 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 куда-то тебе надо сходить. Ну, естественная нужда пусть. И, наверное, примет быстренько душик. Освежающий душ. Пока все спят. Хотя у нас уже 4 часа утра. Не уверена, что у нас мы успеем. Ну, с другой стороны, кто нам мешает сейчас попробовать? Ладно, давайте попробую отдалиться. И мы постараемся сейчас попасть на этот участок. Я вам буду в ходе... Наши игры рассказывают, что там будет. Так, вот нам нужно сюда попасть. Пошли. И я не хочу никакую компанию брать. Мне кажется, или вот тут внизу там был Дон Лонтарио, очень похож на Олега. Ну, в его спортивной форме. Так, посмотрим, что у нас сейчас будет. Это мне написали ребята в комментариях, чтобы я попробовала, проверила, так ли это или не так. Сейчас вы узнаете, что именно так или не так. Ну, я думаю, правда, вы уже все знаете эти пасхалки. Значит, смотрите, мы пришли, нам нужно найти сейчас дерево, с которым у нас будет взаимодействие. Так, смотрим. Надо внимательно смотреть. Так, блин, еще экран бликует. Прекрасно. Ага, вот, смотрите. Тут нужно сейчас выполнить несколько квестов. Если мы их с вами выполним, то у нас откроется интересный портал. Давайте будем смотреть, что мы должны сделать. Значит, мы должны его осмотреть. А, у тебя уже плохое настроение. Давай еще раз осмотрим. Так, еще смотри. Теперь мы можем его полить. Друзья, если кто не знает, попробуйте это потом сделать. Так, потом
У нас есть следующее задание. Нам нужно еще полить. Ладно. Еще раз польем. Смотрите, похвалить листья? Как интересно. Давайте еще раз польем. Так, потом нам нужно с вами дождаться следующего действия. То есть мне ребятки сказали, чтобы я... О! Похвалить листья, исследовать? Куда это мы полезли, друзья? В общем, мне ребята подсказали поискать в интернете. Так, приключения, ребята, вот, смотрите. Правда, мне писали, что там нужно сделать гораздо больше взаимодействия, но неважно. Пещера намного извилистее, чем ожидалось. Темная, но не совсем страшная. Тусклое свечение вдали. Так, тусклое свечение вдали. Единственный источник света. Непонятное тихое бормотание. Единственный источник звука. Ну, давайте идти на звук. Что дальше? Вон там школьник идет, прогуливает. Или это школьница? Школьница. Так. Значит, мы сейчас что-то выполняем. Так, Даша спускается ниже, и темнота сгущается, как вдруг она оказывается по самому центру мелкого ручья. Ну, наверное, нужно идти вниз. Вверх это, по-моему, по течению. Если мы идем против течения, то мы выйдем к источнику. Правильно? Ну да. То, откуда вытекает наш ручей. Так, выбрав дорожку с наименьшим сопротивлением, надеясь, что она не закончится канализацией, Даша вдруг замечает легкий зловещий туман. Ну, раз мы с вами идем в путешествие, то, наверное, надо войти в туман. То есть, грубо говоря, у нас тут такой квестец получается. Так, мы сейчас с вами войдем в туман, и что у нас будет дальше? Что нас ожидает? Туман оказывается теплым и дружелюбным, как вдруг без какого-либо предупреждения Даша переносится назад ко входу в пещеру? Ну ладно, отправимся. Вы хотите, чтобы Даша отправилась в Силванглейд? Вот, ребята, смотрите. Мы с вами выполняли ряд, скажем, таких квестов. Ну, мне казалось, мы должны были действительно больше выполнить. И мы с вами попадаем в Силванглейд. Значит, насколько я знаю, это какое-то волшебное место. Искать лягушек, отправиться на рыбалку, где можно найти разнообразных существ. Причем не только в этой локации. Тут, по-моему, есть два секретных места. Опять-таки, то, что мне писали ребята. Давайте посмотрим вообще, как оно выглядит со стороны. Ой, смотрите, как красиво. Так, ну... Слушайте, а что это у нас тут такое? Отправиться на рыбалку. Сюда нам нельзя. Я просто смотрю, куда нас пускает, а куда нас не пускает. То есть тут, в принципе, локация не очень большая, как я понимаю. Ну вот, вроде поваленное дерево, но туда тоже нельзя. И сюда нам, понятное дело, что нельзя. Видите, у нас все это ограничено. Ну, если вы, конечно, видите то, что я вам показываю. Так. Что у нас тут есть интересного? То есть мы здесь можем ловить рыбу. Что-то мы уже поймали? Пока что вроде мы ничего не поймали. Ну, может, и поймали, надо будет потом внимательно посмотреть. То есть, в общем, вот мы попадаем в такое интересное место. И насколько я знаю... Слушайте, тут глаза... Ребята, тут глаза появились. Это что такое? Куст базилик? Можно базилик собрать? Ладно, хорошо. Вот еще всякие растения. Слушайте, лилия. Это мы все можем пособирать. Вы слышите этот звук? Откуда он исходит? И, кстати, где наше дерево, портал? А как мы вернемся домой? Тут я вижу очень много кустов всяких. Слушайте, а куда мы? Потеряли уже его, да? Как нам вернуться-то потом? А, вот оно. Пардон. Так, родная моя. Ты же сюда не рыбу пришла ловить. Пособирай, наверное, вот эти всякие что... О, искать лягушек. Я это всегда любила. Так, ну мы, как вы видите, пока ни за кого играть, кроме Даши, не можем. Причем, насколько я читала, что если, допустим, вот сейчас мы за нее попали в игру... то потом все наши персонажи, ну вот все из нашей семьи, они могут сюда также пройти. Слушайте, я слышу чей-то смех. Да что такое? Слушайте, ребят, тут фея. Я только что фею видела. Мне же не показалось? Вон. А мы их трогать не можем. Жалко как. Слушайте, а вот тут какой-то
Это что такое? Грибы? Так, мы нашли какую-то лягушку. Ага, дикое растение. А мы не можем его собрать, да? Собрать урожай. А почему? Похоже, урожая еще нет. Ну, ладно. Так, сюда мы с вами пройти не можем. Я просто хочу исследовать. Вот фея. Мы с ней тоже не можем взаимодействовать. Тут нет взаимодействия. Слушайте, а это что у нас? Образец для микроскопа? Давайте соберем. Мы же не зря учеными работаем. И, наверное, собери. Немножко... Так, смотрите. А, это у нас... Проходит же параллельно. Верно, дневник в руке, и пора отправляться на работу в лабораторию. Может, именно сегодня Даша сделает потрясающее открытие. Ладно, давайте, мы как раз с вами собрали какие-то овощи. То есть, в общем, я вам сейчас мельком показала эту локацию. Если хотите, мы можем сюда отправиться с нашими... Я не знаю, кстати, с семьей сюда можно попасть, или только один персонаж сюда попадает. Насколько я понимаю, здесь мы можем с вами пособирать различные растения. Можем половить рыбу. Наверное, какую-то уникальную рыбу можно собрать. И также можно, как вы видите, увидеть фей различных, там, всякое такое интересное. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас тут на работе есть. Так, обратиться в геосовет. Слушайте, у нас тут столько всего, столько заданий появилось. Давайте попросим кристалл. Так, дай мне кристалл, пожалуйста. И я думаю, что... Мы можем детально исследовать. Если кто уже там бывал в этой области, вы напишите, ребят, что там есть интересно. Просто читать в Википедии это не так интересно. Интересно, когда вы что-то рассказываете. Это, оказывается, моя вещь. Так, есть. Найти коллекционные предметы. Чтобы получить больше коллекционных предметов, вы можете копать груды камней рядом с лабораторией, собирать урожай фруктов или цветов в саду, или попросить кристаллы и металлы. Ага, смотрите, нам нужно 10... нам нужно в сад. А где у нас сад? Сад. Это сад? Нет. Ага, вот, смотрите, собрать урожай. Тут мы можем, значит, пособирать урожай. Можем покопать. Давайте так и сделаем. Ты что делаешь? А, уже идешь собирать урожай. Хорошо. Давайте вообще посмотрим. Кстати, что мне еще писали, что здесь у нас где-то есть подвал. Это я хочу понять. Ага, вот, смотрите, у нас тут есть подвал. Что у нас тут? Осмотреть можно? Смотреть, смотреть. Но его только... Ага, принять душ, то есть тут у нас... Смотреть. Руки можно помыть. Нет, смотреть не нужно. Да, кстати, классно. Спасибо, ребят, кто подсказал. Так, все, ты 10 нашла? Отлично. Но я бы все равно... Выкопать клад? Я такого еще не видела. Чего-то напряженное-то. С чем у тебя проблемы? А... Тебе в туалет надо. Так, досуг и гигиена. Давайте вот попробуем спуститься как раз вниз. Значит, мы можем здесь принять освежающий душ. А нет, давайте принять настраивающий на размышление. Но туалета тут нет, я так понимаю, да? Вот, смотрите. Тут у нас туалета нет, поэтому надо будет... Это же не туалет. Это можно только посмотреть. Так... И нам сейчас нужна естественная нужда. Хорошо, друзья. Значит, нам нужно обратиться в геосовет по поводу металла или кристалла. Нажмите на кристалл, обратиться в геосовет. Окей. Давайте сходим в туалет. Использовать. Даже интересно, что у нас получится. Достижение? У нас достижение? Достижение вонючий ботинок? Прекрасно. А, мы сделали научное открытие. Слушайте, как интересно. Так, ну что? Значит, нам нужно сейчас обратиться. Давайте по поводу... Позвонить и спросить про образец. Ага, ну хорошо, давайте позвоним. Поговорим. Что вы мне скажете, товарищи? Нас, получается, никто не стесняется, да? Нам нужно поболтать с коллегами, друзья. Посплетничать. Давайте посплетничаем, чё уж там. Здорово. Так, с одним поболтали. И давайте... Ага, уже со всеми. Полить растения. А, нажмите на садовом растении и выберите полить. А где у нас садовое растение? Это сад считается? Слушайте, ничего... Ничего себе. Это тоже все нам принадлежит? А, нет. Я уже губу раскатала. Так, а что это у нас тут? Так, а где у нас сад-то находится? Сад.
Ау, сад. Или вот это был наш садик. Так, смотрите, а это что у нас за оазисы? Понятно. А где нам полить-то растение-то? Садовое растение. Ты садовое растение, нет? Вы тоже вроде не похожи. Собрать урожай, получить образец. Тут можно много чего покопать. Так, слушайте, а где же у нас был сад? Ладно, попросить у коллеги кристалл. Ладно, давайте лучше у коллеги кристалл попросим. Так. Попросить кристалл. Еще один, видимо, нам нужен. Так, а ну иди сюда. Да шуля, хорошо общаться. А, ты можешь у него попросить? Чем паримся-то? Так, пум-пум-пум. Попросить кристалл, ну. Строить, хвалить, узнать. Ладно, видимо, лучше у нее попросить. Стоп. Давайте нажмем на паузу, потому что вы знаете, у нас тут все очень быстро происходит. Так, попросить кристалл. Поехала. Дашуля. Я вижу, что у тебя проблема с досугом, но... Дашь мне кристалл? О, чудесно. Так, улучшить рентгеносим. Значит, нам нужно... Это здесь, да? Поболтать с роботом, изобрести... А как тебя улучшить? Перетащите рентгеносим на робоск... Ага, все, поняла. Это наша пушка, да, что ли? Не? Колокольчики, шмолокольчики. Модель импульса. Слушайте, а где же у нас этот рентгеносим? Непонятная штука. Капсула. Слушайте, грустно это кто? А, грусти, господи. Куда он у нас делся? Так, сейчас найду и сделаем все. Так, улучшаем мы с вами предмет. Я знаю, что тебе уже не очень хорошо. Ну что я могу с тобой поделать? Скоро домой отправишься, не переживай. Опять нужно болтать с коллегами. Так, улучшила, молодец. Забираем. Преобразовать стул? Имея рентгеносим в багаже, нажмите на стул. То есть мы кому-то... Подождите, а где у нас... Странно. Слушайте, мы можем только сесть. Я же тебя взяла, да? Уважаемый рентгеносим. Слушайте, ну это издевательство какое-то. Куда оно у нас переносится? Коллекция семьи? Нет, это мне не надо, спасибо. В капсуле, что ли? Да ладно. А, смотрите, мы Дженни открыли. Какой-то предмет. Так. В общем, ладно, друзья. Что-то я не могу найти, как обычно, это, знаете. Называется, не везет. Давайте пообщаемся. Куда мы могли этот... А, вот он у нас находится. Точно, блин. Сейчас-то мы можем... Да, вот. Блин, я не заметила, что мы его не положили. Есть? Ого. Слушайте, ничего себе мы штуки можем делать. Так, давайте уже отправляться домой, потому что у нас у Дашули настроение проблемное, кушать она хочет. И спать хочет уже скоро. Все, давай. 357 миллионов мы получили в итоге. Ну, конечно, хотелось бы побольше. Но в любом случае это тоже неплохо, на мой взгляд. Так, что у нас интересно? У нас уже, наверное, все дома собрались. Нужно будет сейчас на новый день приготовить еды, наверное. Я не уверена, что тиляпия там осталась у нас. И вообще, нам бы, знаете, что сделать? Нам бы грядки построить опять. Так, значит, покушай сначала. А где у нас все? Кто чем занимается, интересно? Выброси испорченную еду, пожалуйста. А, Лежа, иди, наверное, заняться в уху. Купаться нагишом? Ребята. Так, убрала. Так, открыть. Съешь, пожалуйста, тогда тиляпию. Сейчас пойдешь к Олеже там, посиди с ним. Скорее всего, уже досуг вырастет у нас, да? Купаться нагишом. Давайте. Чего уж там? Хорошо, что мы больше никого выбрать-то не можем. Так, все, поела. Родная, все, хватит. Давай отправляться к Олеже.
Ты же хочешь развлечений себе? О. А чё Олеж напряженный-то? Олеж, ты чё напряженный? В чем твоя проблема? А, ты душ хочешь принять? Так у тебя ж... Это называется без регистрации СМС. Мне нравится, она, знаете, такая идет уставшая. О, я думала, она будет прям хала... О, ребята. Что вы тут сейчас еще можете делать? Взять массаж. Щекотать. Знаете... О, ребята. Ничего себе. Ничего себе, у нас тут движняк. Мне нравятся сердечки, которые сделаны из воды. Кто-то мне писал, чтобы мы цензуру убрали. Не, ребят, цензуру я и не планировала убирать. Это не самый лучший вариант. Учтите, даже за такую цензуру, без цензуры, даже такую игрушку могут наказать. Что-то они быстро выскочили. Так, Олежа хочет у нас что? Принять душ. Ну хорошо, если ты так хочешь принять душ, прими горячий душ с паром. А что Дашуля хочет? Дашуля хочет спать. Чем у нас дети вообще? Дети? Подождите. Девочка? Девочка? Девочка хочет спать. А мальчик чем занимается? Мальчик, а что ты делаешь в детской... Это, в спальне родителей? По-моему, ты немножко ошибся адресом. Иди сходи. А Дашулька пусть у нас идет спать. Ребят, бесплатно слушаем, как Олег поет в душе. А, все тоже. Че ты уже такой-то самый злобный какой-то. Так, что ты хочешь еще посмотреть? Романтическую программу. Ты хочешь романтическую программу посмотреть? А у нас здесь романтика? Новости. А, романтические программы, да, есть такое. Что ты что-то еще? Заняться в уху с кем-нибудь? Олеж, что-то ты сегодня ненасытный какой-то. Ладно, Дашуль. Good morning. Просыпайся давай. Лишь иди сюда. Знаете, тут еще у нас зеркало стоит. Заняться в уху. Я надеюсь, что в уху это 100%. Никаких у нас не будет бэбиков новых. Олеж? Ну, ты же хотел чего-то там. Заняться в уху, ну. Мне так нравится, как они это друг другу предлагают. Такая радость детская, наивная, невинная. Он тут такой, посмотрите на вниз, кокетливый такой прям. Почему меня это дико смущает? Все, до свидания, я не буду на вас смотреть. Мальчик, в смысле Джонни, я, конечно, все понимаю, но тебе вообще-то спать надо, а скоро в школу. Что у вас, кстати, там по успеваемости? Троечник. А почему ты троечник-то? А как нам сделать домашнее задание? Так, повысить успеваемость. Выполняйте домашнее задание. А где наше домашнее задание, не могу понять. Наверное, в багаже, да? Есть? Домашнее задание, да? Да, друзья, мы с вами домашку уже который раз не делаем, оказывается. Дашуль, я думаю, тебе надо спать. Угу. Вот мне кажется, тебе надо выспаться. Так, ребятушки. Ну что, смотрите, мы у нас уже обживаем наш новый дом. Олеж, я думаю, ты уже спишь. Чё ты там бубнишь во сне? Мы уже с вами потихоньку начинаем обживать наш новый дом. Я предлагаю автоматический режим. Все источники света. О, то у нас как-то светло уж слишком. И я думаю, что мы сейчас сделаем, наверное, с вами перерывчик. То как-то мы сегодня и стройкой с вами занимались, построили вот такой... домик. Кстати, что я хотела сделать? И помните, я хотела... О, не фризь, пожалуйста. Я хотела добавить здесь деревце какое-нибудь. На мой взгляд, оно будет очень даже мило смотреться и гармонично. Как вы думаете? Так, возвращаемся в мир. Сейчас их... Они у нас все проснутся. А что, мы что-то можем делать? А, мы можем преобразовать. У нас там музыка играет на втором этаже. А, на первом. Да, друзья. В общем, вот такой у нас с вами получился домик. На мой взгляд, он смотрится очень даже неплохо. Ну, я вам говорю, я, это такая импровизация стопроцентная. Потому что я не строитель, строить я особо... Что это у нас за косяк? Я что-то не поняла.
Почему у нас тут... Или тут построено? Вот, смотрите, не построено же, да? Как так можно было? Фу! Нельзя такие косяки делать. Люди же увидят. Так, тут вроде стоит все. Крыша построена. Отлично. Так, ну что, вернемся в мир живых. В общем, кратенько давайте пройдемся, что у нас сегодня было интересного. Мы с вами смогли достроить наконец-то наш дом. На мой взгляд, он получился довольно симпатичным, интересным. Я не знаю, то есть вы напишите в комментариях, как вам итоговый вариант, потому что, я же говорю, я строила, знаете, вот что-то себе в голову взбрело, и я его построила. Что-то, конечно, где-то вдохновилось чем-то. Что-то мне не нравится. Что, уже все попросыпались? Спите давайте. Еще рано просыпаться, только 5 утра. Даже я так рано никогда не встаю. Нет, встаю. Обманываю, я иногда и в 3 встаю. Нас пока счета оплачивать не нужно. Так, друзья, в общем, вот такой у нас получился домик. Пусть пока наши товарищи живут в нем. У нас здесь 2 этажа есть. Вы просили построить 2-этажные. Вот у нас 2-этажные. Кабинет, спальня детская, ванная комната. И 1-й этаж в виде гостиной, кухни, ванны с туалетом и спортзала. И, конечно же, у нас летняя площадка такая для наших персонажей. Я думаю, что в следующей серии мы с вами более активно будем принимать участие в их жизни. Все-таки, как-никак, хочется посмотреть, какие у нас тут будут приключения. Кстати, что я еще хочу сделать? Я хочу построить настройки игры, настроить. Все время забываю об этом. Давайте сделаем продолжительность жизни обычная. Так, нет, восстанавливать не надо, давайте применить. То есть, чтобы у нас ребята не жили годами и веками, а все-таки могли стареть. И вы сами понимаете. Чтобы у нас тут жизнь бурлила и кипела. В общем, ребятки, если вы хотите... Давайте перейдем на паузу, чтобы мы сейчас не начали у нас все просыпаться. Если вы хотите больше серий по Симсам, обязательно ставьте лайк, и я увижу, что вы этого действительно хотите. Потому что очень хочется, чтобы вам было интересно, чтобы вас интересовали эти ролики, потому что вроде все просят, хочется видеть действительно вашу активность. Поэтому ставьте лайк ролику, если хотите, чтобы мы дальше следили за жизнью наших персонажей. И также не забывайте писать насчет 2-3 Симсов. Хотите вы их, не хотите. Если что, я думаю, где-то, может быть, с июля могли бы временно перейти. То есть я могу несколько, знаете, так, и 3-х, и 4-х, и 2-х. То есть, ну, в зависимости от того, что вам интереснее. Будем там создавать разных персонажей, следить за их жизнью, смотреть, как они развиваются, живут. Тем более, что вы сами знаете, что 3-е Симсы там, и те же 2-е, там очень много возможностей, гораздо больше, чем здесь. Как минимум, те же машины можно покупать, там, дворцы строить. Что мне еще очень нравилось во 2-х или в 3-х, опять-таки, не помню. Можно было круглые бассейны практически строить, ну там такие закругленные. В общем, вот такие вот пирожки с котятами, ребятки. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Да, он был такой, скорее, знаете, технически проверочным. То есть мы с вами смогли попасть в другой мир. Посмотрели, что там есть интересного, сделали, скажем так, первый взгляд на этот мир. Если хотите, там тоже побываем. Детальнее изучим, допустим, уже за какого-нибудь другого персонажа. И также с вами продолжили работу за Дашульку, достроили нам домик тут, сделали его таким вот красивым. Я надеюсь, что он вам нравится, и он заслуживает вашего лайка. Я буду с вами прощаться, дорогие друзья, до новых роликов. Хорошего вам всем настроения, спасибо, что были со мной и с нашими персонажами. Пока-пока!